Потом я хотел вот этого, что это? Здесь нужно что-то купить, да? Pass and Tokens. Pass 720. А это... Это... А сколько у меня на балансе? А, у меня 1900. Ладно, похуй, давай токенс. Что они дадут? Они что-то дадут? Ой, бать, скидку сделали, бля, 5% деду. Ой, бля, спасибо нахуй. И чё? Материть предмет? Ух, ёб твою мать, сколько тут всего. Place all 9 PKM prediction for the calendar stage before it begins. Ладно, похуй. Сделайте 5 верных прогнозов на этот этап претендентов. А, нужно, короче, знаете, как сделать? Нужно выбрать какую-то команду, которая в теории может сделать 3-0, которая может пропереться. Ну, короче, вы поняли, нахуй. Короче, нет смысла ставить Астралис 3-0, потому что, ну, допустим, Астралис будет файтиться против Хероя, Хероики их ёбнут, и все, и у тебя Пикем, блядь, проебанный, и у тебя значок Астралис тоже проебанный. Ну, типа, в этом нет смысла. Давайте подумаем, кто должен 100% выходить. Всем привет, мы на сайте CastCase. Это отличный сайт по открытию кейсов. В описании вы найдете мой промокод, вводите его сюда, и он даст вам бонус к пополнению баланса. Пополнить баланс можно огромным количеством разных способов. Также на сайте есть реферальная система, где приглашая друзей вы получите бонусы, а ваши друзья получат бонусные деньги на баланс. На сайте очень удобно вывод призов, который вам точно понравится. А также на сайте есть колесо бонусов. Тут вы, выполнив несколько простых заданий, сможете получить себе неплохие бонусы, будь то деньги кейсом или же бонус к депозиту. Ссылка на сайт в описании ролика. Переходи и испытай свою удачу. Насколько я знаю, блядь, в хорошей форме находятся следующие коллективы. Heroic, StopRots. FaZe. Astralis чисто за счет опыта, блядь, пройдут. Блядь, шансов нету. Беги сейчас в хорошей форме. УВП, блядь, короче... Я сейчас вот пару минут назад прочитал историю о том, что Санж уже не будет играть. Там будет Флит играть. И это вообще хуй знает, бля. Перед самым мажором вот так вот делать, ну это глупо нахуй. Ну 0-3 здесь Тайлу, короче. Точно? Или нет? А Тайлу играют вообще что-нибудь? Короче, кто нам нужен? Мы сейчас изучаем... Ну кто 3-0 может быть? Ой, 0-3, то есть. Ну вот эти какие-то... Это вообще кто такие, блядь? Шаркс нахуй и Тайлу. Блядь, кто? Вот, короче, Ренегейт, Шаркс, Тайлу. Ренегейт. Охуеть! Кто такие, блядь? Это кто нахуй? Где тот усатик вот этот, который с усиками был, пропуск в трусики? Как его зовут? Это кто, блядь, такие нахуй? Хотя тут бомжи. Короче, не, ладно, Ренегейт более-менее опыт имеют. Это чё за челы, блядь? Шаркс нахуй. Матчс. Они все, блядь, тоже у себя в регионе играют. Это бразильцы, короче. Не, ну бразильцы в среднем... Их Эндерай выиграли, кстати, недавно. Тайлу... Бля, когда последний раз Тайлу вообще хоть что-то играли? Не, тут без шансов, короче. Ну, тут надо Тайлу ставить на 0-300%. Вроде хоть что-то, блядь, играют. Так. Хочется сюда поставить Энтропик. Потому что они хорошие, хорошо играют. Они молодцы. Но что-то они, блядь, обкакиваются на туриках. Вот так нахуй. А у нас тогда 3-0 тоже еще есть. Надо про него не забывать. Кто может... Вот, блядь, вот возьмут ВП и пропрутся нахуй. Я не хочу, я просто не хочу стикер ВП проебывать сюда, потому что, ну, есть вероятность, что они могут вообще не пройти, блядь, если они с замены играют. Но в то же время это все-таки ВП. Челики-то, блядь, нихуево играют. Они же могут пропереться? Ну, могут. А, стоп, а в Маузах Робс играет еще? А то я где-то в кит видел то, что, блядь, в Маузах Робс уже не играет нихуя. О, блядь, а Робс еще играет, кстати. Последний матч еще. 2-0. 2-0. Ну, что-то у Маузов тяжко идет, блядь. Это уже матчи, там, типа, двухмесячной давности. Это не показательные матчи вообще нихуя. У Маузов все тяжело идет. Что боюсь нахуй их ставить, если честно. Ну вот я бы вот так вот их поставил, короче. А ВП на 3-0. Потому что самый рандом, вот, ну типа реально, самый рандом, вот именно тупо рандом
Это 3-0 и 0-3. Это фул рандом. А, бля, еще спириты есть, кстати. А спириты как играют? Спириты, по-моему, хуево играют. У них там сейчас все не очень. Как я знаю, у спиритов плоховато, бля, сейчас все. Там говорят то, что будут чопера менять. Что-то они недовольны, блядь, у них что-то не получается. А они еще первый против фейзов сразу играют. А фейзы в хорошей форме сейчас. Не, фейзы-то сейчас вообще в безумной форме, блядь. Мне кажется, то, что... Могут и улететь, кстати. А, ну, блядь, это когда было? Это же 20 дней назад последние матчи. А у спиритов вот совсем вот актуальные матчи. То есть фейзы смогут к ним подготовиться хорошо. На базе вот матчей, которые были недавно. То есть здесь, видите, здесь, короче... Ну, можно ставить как? Можно ставить ВП на 3-0, а можно и спирит на 3-0. Что те могут? Ну, хуй знает. А въебывать их стикер вот сюда вот, а вдруг не пройдут? Херойки стопудово выйдут. Фейзы стопудово выйдут. Астрали стопудово выйдут. 3 у нас уже есть, а нам нужно 5. Ну, инсиды пердят, я думаю. Бля, сука, сложный выбор нахуй так-то. Копенгаген, это, блядь, а там кто играет? Команду знаю, блядь, а кто играет? Никодос. Нихуя у них, бля, ты смотри. Челики сейчас вообще, они вот... Ну, это их первый опыт на таком турнире будет. Они, видишь, они вот пердели, блядь. В топ-40 они что-то сидели, пердели какое-то достаточно продолжительное количество времени в топ-40, и потом бах, проперлись, и вот сейчас у них пошел прогресс. Могут на этом фоне, конечно, сейчас ебануть тоже. Короче. Верю в энтропик, блять. Беги тоже должны выходить, инсы и маузы. Короче, вот так. Менять не буду. Хотя не, бля, не верю. Лучше вот так, блядь. Лучше так. Хотя Элиан... У них, по-моему, на таком уровне опыт есть, а может... Блядь, да... Так. Не, вот так. Короче, ВП или Энтропик вот сюда поставьте мне. Я не знаю. Я не знаю кого. Эти могут пропереться вполне, блядь. Тем более, все-таки у организации там сейчас такой буст, блядь. Они же там, я стопудово уверен, у них там моральный буст. Хоть это там не пересекающиеся вещи, но мне кажется, то, что у спиритов даже в КС составе сейчас моральный буст благодаря инту. Может быть, они такие, мы не хуже нихуя, и как возьмут, как ебут, блядь. ВП, 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 ВП. Ну, я тоже так думаю. Просто энтропики, блядь, ну энтропики хорошо играют, сука. Это нихуя из горы, так сказать. Ай, бай, понял. Совсем актуальный матч, кстати. Ну, тогда, блядь. Ну да, вы правы, короче. Ну все, вот такой у меня ПК. Потому что стикер 3-0 въебывать не хочу. Ну не хочу я стикер 3-0 не хочу, блядь, сюда ставить Астралис, которые могут там попасться во втором раунде на фейс, и там будет матч 50 на 50. Ну это хуйня полная, а баллов одинаково дают. Я лучше сюда вот стопудово всех фаворитов выставлю, а сюда какую-нибудь темную лошадку, которая тоже может выстрелить, правильно? И все, и нормально будет. Ну так вот по логике, ну вообще, если бы я ставил, мне кажется, то, что надо Хероик ставить на 3-0. Херойки-то вообще ёбнутые, блядь, ребята. Эти ребята чисто за счет опыта должны хуярить. НС тоже за счет опыта. Робс, блядь, если пропрется, захуярит. Ну и ВП даже вчетвером, мне кажется, такой турик, и должны даже вчетвером хуячить. Все, короче, вот так. Меня не ебет. Ох, ёбаный нос.